Следующий транш в размере 600 миллионов евро Европейский Союз выделит Украине в начале 2018 года. Об этом сообщил первый секретарь отдела торговли и экономики представительства ЕС Жаслин Гетон. По его словам, Евросоюз ждет, что к тому времени Киев выполнит все требования по траншу. В частности, снимет запрет на экспорт лесокругляка и нормализует социальные выплаты переселенцам.